Ну вот, подошел к своим ребятам. Как дела, орлы? Как? Упало немножко с утра. Было пару тычков. Одного окуня взяли. Теперь уже все. Вот за два часа одного окуня. Ну, у тебя как? Вообще не поклёп. О, оп! Так. Да кто-то хватает, блядь. Да не ругайтесь, не ругайтесь. Блин, вот представляете, ребята, вот снимал их тут у Кузьмича. За два часа первая поклевка, и Кузьмич такой весь. А то, что, блядь, киложка была, блядь. Да не ругайся ты, киложка. Вот так, ребята, сливают киложку через мат. Это вот у нас у четверых, у меня тоже не поклевка. И вот буквально, смотрите, сколько. Ну, 7-8 метров. Сидит еще один наш рыбак. У нас не поклевки, кто-то там один выдернул. Так, расскажите, пожалуйста, как вам удалось нафигачить таких окуней? Как обычно, дергаешь и ловишь, дергаешь и ловишь. Вот, дергаешь и ловишь. Мы четверо дергали, даже десятой части не от того, что Алексея. Черт. Вот это. Вот, да, это вообще хороший. Очень хороший. Не очень, конечно, передает камера. Ну, сколько? Ну, 400, наверное, есть. Ну, может быть, 380. Ну, хорошего. Вот как-то так. Ну, да, эти остальные тут. Есть 200, есть где-то 160. Да, 250 тоже хорошие. Да, все с одной лунки. Одна лунка работает. Рядом все обурили. 17-18 лунок. Ничего. Ничегошки. Ну что, Кузьмич, давай-ка без мата расскажи. Что ты говоришь? Мне кажется, мы даже перевалили за 50 лунок. Даже так. Что там, Кузьмич, оторвалось все, да? Вот такие проблемы у нас рыбаков. Руки мерзнут, ветер фигачит. Видео заканчиваем. Ну, еще наловим. Еще целый день впереди. Наладится, я так тоже думаю. Все наладится.